После праздников приветствую вас, корреспондент «Комсомольской правды». И мне очень приятно, что молодежь наша новосибирская тоже решили по-своему отметить День Победы. Можно сказать, первая в Новосибирске радиоэкскурсия для велосипедистов. Ну и поскольку она будет на общедоступной FM-волне, это будет не только для велосипедистов, а вообще для жителей города. Она будет проходить экскурсию как раз по маршруту движения. Ну, то есть экскурсовод будет ехать вместе с нами, собственно, куда мы подъезжаем, и он рассказывает об этом месте, об его истории, о людях, которые, может быть, там жили, работали, находились во время Второй мировой войны. Ну, экскурсию можно послушать и дома, просто включить радиоприемник, можно ехать в машине за колонной, перед колонной, ну, не в колонне, главное, велосипедистов. Участвовать можно пешеходом, встречать нас на местах, действительно. Кстати, слушателям экскурсии абсолютно нет проблем, можно на мобильном телефоне, на радио везде включить, слушать экскурсию. Будет вестись на радиостанции Вести FM 104.6. Старт будет с площади Маркса от памятника Поклюшкина. В планах возложения цветов на месте старта. Маршрут пройдет по основным магистралям города. Проедем через монумент Славы, сделаем там остановку. Через Димитровский мост в центр. К ЖД вокзалу там будет вторая остановка. От ЖД вокзала по Челюскинцев, на Рымская, Дусиково-Вальчук, площадь Калинина и по Красному проспекту до набережной. На набережной у нас будет финиш. Построение участников велоколонны большой звездой. То есть организован прокат велосипедов, то есть подъедет машина к месту старта и будут выдаваться прокат велосипедов. Потом эта машина подъедет на набережную после финиша и эти велосипеды забегут в ряды. Там и специальные условия, скажем так, для участников этого пробега. Льготные. Льготные. Да, ну свечки будем раздавать, обязательно ленты будут, буклеты будут информационные по велопробегу мы подготовили. Вот, как раз будут на регистрацию они выдаваться. Не, в любом случае будем регистрировать. Будет за фамилия, имя, отчество, ну, условный возраст, просто, ну, чтобы составить своим, представить, кто к нам ездит, да. И плюс мы этот велопробег подаем на регистрацию рекорда России. Ну, нам для этого еще важно понять, сколько участников. Самую массовую велоэкскурсию. 8 мая в 20.00 уже вас приглашаем на площадь Маркса у памятника Покрышкина. Приглашаем только велосипедистов. Есть силы, есть велосипед, есть уверенность в себе, есть желание покататься, пообщаться с разными другими людьми, велосипедистами. Приезжайте, welcome, будем только рады.